кофеобжарочному заводу «Паулик» в Твери исполнилось 10 лет. За это время на предприятии произвели более 75 миллионов килограммов кофе. Завод соответствует высочайшим мировым стандартам качества по производству пищевой продукции, охране труда, экологической безопасности. Накануне юбилея на производстве побывала наша съемочная группа. О том, что приготовил «Паулик» в честь десятилетия работы в столице Верхневолжья, в материале нашего корреспондента. Нынешний год для компании «Паулик» оказался богат на круглые даты. В мае 145 лет исполнилось группе компаний «Паулик», а осенью десятилетний юбилей отмечает кофеобжарочный завод в Твери. За время своей работы предприятие получило ряд сертификатов, говорящих о безопасности производства и качестве производимого продукта. Сегодня продукция Тверского завода поставляется в магазины, кофейни, сети быстрого питания как на территории России, так и других стран. По итогам 2011 года, да, мы видели результат. Это был примерно 200 тонн среднемесячного объема производства на тот период. Сейчас по результатам 2020 года мы видим, что этот показатель вырос более чем в 4 раза, и он составляет около 900 тонн. На сегодняшний день под кофейным брендом «Паулик» на рынке представлена широкая линейка продукции. В общей сложности, рассказывает руководитель предприятия Сергей Юшин, это около 45 наименований и 15 кофейных блендов в различных форматах. В настоящее время мощности предприятия рассчитаны на производство 25 тысяч тонн кофе в год. На заводе установлены и функционируют 5 производственных линий. За качеством продукции пристально следят высококлассные специалисты. На всех этапах ее дегустируют профессиональные коптестеры. Помимо того, что дегустаторы должны обладать хорошей сенсорной способностью, они должны обладать хорошей памятью, потому что все вкусы и ароматы они запоминают. И насколько большой будет вот этот вот портфель, настолько высок и профессионализм дегустаторов. Как отмечает руководство предприятия, забота о людях, об окружающей среде, о вкусе и качестве продукции лежит в основе деятельности «Паулик». Именно это и позволяет компании достигать высоких бизнес-показателей. А к десятилетнему юбилею работы в Твери кофеобжарочный завод «Паулик» подготовил для сотрудников всей компании кое-что особенное – специальную памятную упаковку бленда «Паулик Президенте Рубе». На ней изображены ключевые даты для компании – 145-летие группы компаний и десятилетие тверского производства. При этом лицевая сторона украшена одним из главных символов Верхневолжья – памятником Афанасию Никитину в Твери.